Всем привет! С вами Марина и канал «Девочки и куколки». Я хочу вам показать новую мебель для кукол Monster High или Ever After High. Начинаем подробный мастер-класс. Берем коробку и разрезаем ее. Делаем заготовки для кровати. Размеры я покажу, конечно. Чтобы все детали были ровные, я скрепила две детали малярным скотчем и выравниваю с помощью наждачной бумаги. Надо вот так пошкурить. Четыре детали, размер 25 на 11 сантиметров. Все ровные. Далее выбираем ткань или бумагу, обклеиваем детали, как я показываю. Делаем надрезы не до конца, чтобы получилось аккуратно. Я беру клей-карандаш и обклеиваю деталь тканью. Теперь надо две детали соединить между собой. В этот раз я беру клей столяр, он у нас остался, когда мы делали дом из фанеры. И потом нам нужно эти детали оставить высохнуть. Смотрим, какие у нас уже детали готовы. Это основание у кровати, боковые спинки. Вот один матрас я уже подготовила. Сейчас покажу, как я это делала. Две маленькие вот эти детальки. Это у нас нижний ярус. Там тоже есть спинки. Это матрас от нижней кровати. Я беру двухсторонний скотч и приклеиваю. На него буду синтепон приклеивать. Дальше склеиваем все остальные детали. Нам надо быть очень аккуратными, потому что будем склеивать детали. Нужно отмерить одинаковое расстояние
на двух деталях и склеиваем матрас и боковые спинки кровати. Я буду пользоваться горячим клеем. Еще для укрепления я приклеиваю полоски из бумаги в местах соединения. По тому же принципу я склеиваю нижний ярус кровати и приклеиваю тесьму, она тоже будет укреплять. Далее стол. Это обыкновенный картон, который я обклеила белой бумагой и клеем-пистолетом склеила все детали. Размер стола у нас тоже есть. Стол я немного выдвинула и приклеила к кровати. Комплект получился очень прочный. Внутри кровати на всех соединениях я сделала дополнительный крепеж. Это обыкновенные трубочки из бумаги и приклеила на горячий клей, чтобы сделать твердость всему нашему комплекту мебели. Мастер-класс получился немножко сложный. Кто хочет проще сделать кровать, у Насти уже был мастер-класс двухъярусной кровати с коробки конфет. Посмотрите плейлист «Мебель для кукол». А сейчас я всем желаю удачного творчества. С вами была Марина. Всем пока!